Доброе утро! Всех приветствую, всем рада! С вами Наталья. Ну что, мы начнем прям сразу про Быкову. Или чуть про погоду. Ну, в Москве тепло. Да, теплая осень началась в ноябре вдруг. Да. Но все равно давайте поговорим про Быкову. Вчера вышло у нее видео. Она сажала деревья. Не она, люди. Она купила 6-леток. Как она сказала. Удовольствие это не дешевое. Не знаю, как в Тамбове, в Москве это очень дорого. Ну, короче говоря, она решила сделать яблоневый сад. Да, чтобы ее дети гуляли на площадке и рвали яблочки. И тень была. Ну, в общем, все как всегда. Сопли, слезы, ля-ля, тропа-ля. Да. Это было ее начало видео, да, что перекопали весь участок. Короче говоря, если зайти на Авито, то вот такое 6-летнее дерево стоит от 2500. Сколько они их там посадили? 3, 4, 5? Ну, из стрима мы узнали, что это Женя купила. Как всегда, Женя. Женя миллионерша. Ладно. А дальше что у нас было? А дальше они с Женей, ну, решали там на площадке посадить. Я не знаю, зачем на площадке. Вдоль забора бы посадила, и все, а на площадке зачем детям? Мешаться эти деревья будут. Или матроник, как обезьяне, не почему лазить? Она посадит деревья, чтобы матрона по ним лазила? Ну, давай, посади, мы посмотрим. Перебрались они домой, в Люлькину комнату, да. И что мы видим? Любимый Василек. Лёлька, как всегда, купила себе очередной костюм. То есть она купила все себе. Ну, немножко Женьке. Женька даже спрятала, что ей купили. Но Быкова же, как и Быков в свое время, ведь ее мужичок бывший тоже рекламировал трусы с Василька. Да, женские. Кто помнит еще те времена? Быкова тоже показала. А то, говорит, вы лезете ко мне в трусы. Вот купила новые, якобы. Ну, показала трусы, костюмы, и подписчикам на Дзен она купила две подушки. У меня такой вопрос. Быкова, ты когда собираешься на работу, ты бюстгальтер одеваешь, лифчик? Ты чё ходишь с опущенными сиськами? Мало того, что брюхо, еще и сиськи лежат. Ну, я понимаю, ты можешь ходить дома, как хочешь. То есть делай все хочешь. Хочешь в трусах, хочешь без трусов, хочешь в лифчике, хочешь без... Ты вышла в эфир. Будь любезна, одеть все нижнее белье, накраситься и приветствовать людей. Нет. А это не уважение. Это Уварова номер 2. Та вечно ходила, сиськи на пузе лежали. Какой-нибудь футболке, а видно, что без всего. И это тоже. Ну, ты, если считаешь это красивым, ну, ради бога. Ну, как говорил мой папа, сиськи попуда, работать не буду. Вот Быкова и не работает, а только лясы чешет. А мы работаем. Да. Но самое интересное, это был стрим, который почему-то Быкова, любя своих дорогих подписчиков, из России. Те, у кого нет VPN, теперь посмотреть не могут. Она что, ограничила этот стрим только для зарубежа? А для России нет, не судьба. В России видео недоступно. Да, трансляция ее последняя. А по VPN заходишь за границей, пожалуйста, смотрите. Или Быковой так нужны деньги, чтобы смотрели с рекламой? Молодец. Эта хитрожопая везде выкрутится. Ну ладно, вернемся к стриму. Значит, для российских зрителей стрима нету. Видео недоступно. Как бы вы ни искали. Ни хейтеры, как она говорит. Ни люди, которые ее смотрят. Будет много вопросов сегодня Быковой, куда делось видео. Надо зайти еще потом в Телеграм посмотреть, что ей там пишут в комментариях. Но не судьба.
Не судьба. Этот 100 пудов не судьба. Посмотреть российским зрителям, какая она вчера была больная. В том смысле, она не простыла. Ну да, текли у нее там сопли, она носом шмыгла, это все фигня. Насколько у человека поехала крыша. Начнем сначала. Она веселая, счастливая, хохочет, рассказывает про эти деревья, что это Женя привезла, что они посадили. Как всегда, у меня самые умные дети, самые хорошие. У меня Женя и учится, и работает. Где она учится? Где она учится, я вам не скажу, потому что хейтеры достали. Женя даже канал убрала. Федя тоже не показывается, говорит про него не рассказывать. Да, Федя ушел из академии. Слушай, ты можешь из-за того, что ты засрала академию, ты так сделала. Да, она вчера девочки академию Можайского в Питере космическую опустила ниже плинтуса. Там дедовщина. Да, она прямым текстом сказала, что Федя ей сказал, что в армии было лучше. Там так не издевались. Так он в армии был всего 3 месяца. Пришел и ушел. Он еще не успел удовольствие армии-то получить. И какой из него вояка? Его соплей перебьешь. А глобли синие ходят. Короче говоря, значит, академию мы унизили. Женя у нас вся учится. У нас и Леша молодец, работает и учится. Прям вот такие одаренные дети. Господи, такие одаренные дети. Что же нам так не повезло-то, а? А у Быковой прям звезды так сошлись. И у нее даже младшие стали учиться на пятерке. И Саша, и Данила, и София. Даню, конечно, условно перевели в 3-й класс. Но репетитор его так натянул. Да, мы помним как. Что однокоренные слова с домом, у него роддом. Вот так вот. И он учится на пятерке. И переживает, когда получает 4-ки. Ну, прям... Да, так звезды сошлись. Потом Оля сидит в стриме, ржет, когда ее подписот и пишет какие-то, как она говорит, любимые темы про говно, про хейтеров. Быкова говно любит, прям ложкой хлебает. И она так смеялась. А я еще в тот момент подумала, когда смотрела. Рано пташечка запела, как бы кошечка не съела. Что-то ты много смеешься и ржешь много. Все это выскочит боком. Угу. Тут поплачешь, тут посмеешься, там поплачешь. Так, это всегда рядом ходит. Ну, она, конечно, некоторые темы поднимала в начале стрима. Очень хотела заплакать, выдавливала из себя. Не получилось, не судьба. А потом, ближе к концу, ну, где-то треть от стрима осталась, если так сейчас его разделить, это вдруг вскакивает. Пошла ходить на заднем фоне. Я сначала думала, может быть, пошла интернет поправлять, он у нее там зависал. Она туда-сюда села на кровать, на кушетку на эту детскую, потом взяла какую-то крясную тряпку, уткнулась в нее лицо. У нее там что, перец был? Пардон. Или, как скажет полный пипец наша Полина, звездочка, и заревела. И она плачет, и она не может собраться. Короче, ей прислали копейку с запиской. Ну что? Ну, с подписью, не запиской, а с подписью. Копейку прислали. Какая-то Ольга, не помню, как по отчеству, тезка ее. Ну что, записки эмбрионом под дерево положила? И Быков прорвало. Вот артистка больших и малых театров. Да. Как маникюр делать, как ржать, мы все забыли. Траура нету. А тут прям копьем ей в сердце, как она сказала. И что она начала говорить про эту женщину? То есть наши верующие. Она так перевернула Библию с ног на голову, что, мне кажется, на том, это самое, то Бог на нее смотрит и говорит, ты, блядь, дура или что? О, пардон. Короче, она сказала про эту женщину. Да, мы все были эмбрионами. И эта Оля тоже была эмбрионом. Только вот я не знаю, вот ее родили кто?
и замесила ее родитель. Если у нее родители, если они были, они какие-нибудь алкаши и где-нибудь в канаве сдохли. Это наша благочестивая Ольга говорит. Она говорит, мы не знаем ваших родителей, кто вас выродил. Быкова, а мы твоих родителей знаем. Твою Нину Володину, вот кто тварюгу-то выродил и вырастил. Вот где надо было ноги сдвигать, когда башка твоя лезла. Ну, мы вот узнали, что, оказывается, у мамы-то Кесарева было, да. Угу. И чего тебя в роддоме не уронили на пол? Господи, прости мою душу грешную. Так не той Ольги мы родители не знаем, а вот твою тварину мы знаем, какая тварь тебя выродила и вырастила такую скотину. Угу. И ты себе подобных произвела, таких же паразитов. Да, на нашу шею. На нашу шею. И когда ты кричишь в опеке, мне положено, потому что я многодетная, и почему мне не дают? Они же не из своего кармана, они из нашего кармана тебе платят. Все твои пособия, копеечные, не копеечные, что бы ты ни получала, все идет от нас. Твои отчисления – это копейки. Или ты хочешь, чтобы ты налог платила, а он в виде пособий тебе возвращался? Не много ли вы кушаетесь? Зажрались? Вон какую корму отъела. Короче говоря, она вчера опять рыдала. Рыдала не по-детски. Я только вчера еще подумала, что ты ржешь, будешь плакать. Точно. Ну, точно. И потом начала. Как ей это больно. И зачем вы ее, вот мы сейчас хитро смеемся. Да никто над тобой не смеется. Никому ты не уперлась своей мнимой беременностью. Беременности никакой не было. Что ж ты брешешь-то, а? Когда же у тебя язык-то отсохнет? Как она сказала, говорит, ну, конечно, я понимаю, это Оля пойдет в церковь. Покаяться, ей все грехи отпустят. Какая ты наивная. Какая ты наивная. Кто ж тебе это внушил? Что можно грешить и каяться, грешить и каяться. А ты знаешь, когда один и тот же грех повторяется, что потом его не отпускают. Это священник может тебя отпустить, а Бог не отпустит. У-у. Бог видит твое сердце. А твое сердце алчное. У тебя самый страшный грех. Это серебролюбие. Да. Ты не довольствуйся тем, что у тебя есть. Крыша над домом, хлеб на столе. Тебе же надо, чтобы у тебя еще и золото текло. А вот это страшно. И гордыня. У тебя гордыня страшная. Ты так собой гордишься. Ты так возвышаешься над другими, что вы тут все, да ты даже над своими родственниками. Я самая богатая среди своих родственников. Тварь ты последняя. Все. Я начинаю заводиться. На этом я заканчиваю. Комедия продолжается. А что с видео, я даже не знаю. Ну, посмотрим, как ее сегодня будет комментировать ее подписота под ее видео под вчерашним. Куда делся стрим? Угу. Что она там натворила? Она хочет денежек, денежек, денежек. Дайте, 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 дайте. Все. Пока-пока. Всех люблю. Спасибо за комментарии.